И всем снова привет, мои дорогие друзья, с вами, как всегда, Эдес, и мы продолжаем путешествие с Ноктисом. Охотиться на всякую хрень, кто бы говорил? Тебе это должно быть легко. Которая пытается охотиться на нас. Ты не утратил хватку, маршал. По крайней мере, остаюсь в форме. Ну, как бы... Помощь маршала нам, чувствую, понадобится именно в котловане, потому что там будут, скорее всего, какие-то демоны. Во-вторых, мы идем ночью, и я очень странный чувак, надо было идти днем, наверное. Но почему-то все сложилось именно так, что мы идем все-таки ночью. Так, сохранение контрольной точки произошло, так что мы с вами уже... Давным-давно мы дали здесь жестокий бой империи. Но все развалилось. И теперь... Здесь хозяйничают имперцы. Сколько же еще раз? Хватит болтать, пора действовать. А, и как же мы тут пробьемся? Решай сам, атаковать в лоб или подкрасться. Да пошли. Где ты этому научился, сынок? Падай! Всех разоружу. Разобью и уничтожу. Минус, минус, минус. На. Принц боли. Да. Ну, помоги мне. С чем тебе помочь? Изи. Изи, изи, изи. Только не задирай нос. Не буду. Бронемеханоид. Он опасен? Эта модель представляет малую или среднюю. Давай покороче. Не очень. Марк, с такой железякой справится только очень крутой воин, верно? И ты считаешь, тебе это по силам? Посмотрим, что ты можешь. Впечатляюще. Да. Великолепно, но... Да. Все, или еще кто-то? Не, они вон улетели от нас. Сыкуют. Сыкуют, малыши. Я думаю, что есть смысл почти всегда вступать в бой, чтобы заработать больше опыта. Хочу эту хрень. Гладио, не расслабляйся. Подолбать. Слишком медленно. Как он меня умудрился убить? Он серьезно? А, и здесь два. Хрена он все там. Не наносит. Промто, все нормально? А, да, сэр. Так точно, сэр. Ну, думаю, что мы не зря решили побиться с этими чуваками, потому что, ну, как минимум, 600 опыта вообще не лишний, как бы ни разу. Так, и давайте сразу вот здесь вот заберем полезные ископаемые. Красотка! Опять же повторюсь, они не лишние. Плюс вот здесь вот что-то тоже лежит. Ультра-эликсир подобрали, замечательно. Здесь мы с тобой расстанемся. Возьми этот ключ. Он открывает любую усыпальницу. Найди их и прими в себя силу, которая там скрыта. Тебе она понадобится. А ты что будешь делать? Следить за имперцами. Что они там у себя замышляют. А ты сосредоточься на своей задаче. Вперед! Я ее выполню. Береги себя. Ну, пошли. Как обычно, да? Смотрите! Тут дверь. Что же это за место?
Похоже, раньше здесь было убежище. Здесь жили люди? Скорее всего, беженцы во время войны. Войны — это зло. Интересно, а сейчас здесь... Что это? Кабель. А куда он ведет? Можно пойти и выяснить. Давайте выясним, куда ведет кабель. Генератор? Похоже на то. А он работает? Запустим его? Ой, думаю, зря. Круто, работает! Ого, и стал свет. Ха-ха-ха, обожаю свет! А может и не зря, не знаю. Посмотрим, к чему нас все это дело приведет. Что это? Я жестянку пнул. Ты меня в могилу сведешь! Хочешь, чтобы меня инфаркт хватил? Не знаю, как вы, а я не хочу, чтобы меня завалило заживо. Давайте поторопимся. Так, куда нам не пройти, значит, нам сюда. Я чую, на нас кто-то смотрит. Как только мы отвернемся, бум! Хватит ныть. Промп-то просто ссакун вообще такой. Но я бы его послушал на самом деле. А, ты это видел? А? Что-то пробежало мимо. Что это было? Не знаю. Да. Есть тут кто? Ау! Есть кто дома? Я... Не выйдет. Заперто. Блин, тот момент, когда они, короче, диалоги пропускают, если ты что-то делаешь, вообще не... Что, не бросаем это дело? Лично мне все равно. Значит, уходим. Так. Тупик. Я готов поклясться. Что за черт? Кто-нибудь, включите свет! Только этого не хватало. Открой глаза! Закрой рот! Ох, мама моя. Здесь ничего не развернешься. Стараемся бить только врагов. Так, надо быстрое оружие включить, потому что я на медленном вообще не очень плохо был. Так, здесь... Точно. Памятная монета на возвышение Оракула. Генератор, наверное, сдох. Просто идем дальше. Я думаю, что мы сейчас посмотрим то, что там. И потом уже пойдем куда-то в другое место. Карте. Там есть много разных походов. А что, если эти беженцы умерли, и их неупокоенные души до сих пор бродят здесь? Заперто. Какая неожиданность. Если что-то спрятали, может... В чем дело? Я не знаю. Что бы это ни было, оно словно играет с нами. Можно поглотить, кстати. А, давайте, знаете, что сделаем? Прием, не-не-не, навыки. Нет, снаряжение или мантия. По-моему, вот здесь вот это делается. Короче. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Так, обрушивают на врага огонь, лед и гром, и одновременно лечит заклинателя. Прикольно. Соединяет в цепь случайным образом лед до 5 раз подряд. Прикольно. То есть вот либо-либо, да? Ну давайте вот это вот килище зелье сделаем. Создать. Использовать. Лечение уровень 25. Прикольненько. Ну, пока оставим, я думаю, пусть будет, и соберем отсюда. Эй, монета. Подожди! Зачем? Мне нужно... Я считаю до трех, и на счет три ты открываешь дверь. Ясно? Ага. Так, ладно, я иду. Раз, два... Три! Нет. Оно пришло оттуда.
А дверь-то закрыта. Мы туда не пойдем. Что на этот раз? А? Что это? Раньше этого тут не было. Но! Что будем делать? Бить, конечно, что будем делать? Нет. Ага. Ну, прикольно, прикольно. Чем бы нет. Вперед. Точно. Ох, нам. Чувствую, опыта-то дадут в конце. Моя жопа точно станет больше. Жопа-то у меня будет больше. У меня жопа-то больше будет, чем у них. И сейчас, и наш принц умирает. Мне так нравится, они просто появляются. Да, мы будем ходить в самую жопу. Лазерный сенсор. Ощущаешь, что эти туннели вообще какие-то бесконечные. О, а сюда пройти можно, кстати. И сюда пройти можно. Стойте! Вы это слышали? Что именно? Тут ничего нет. Странно. Все такие... Эти ребята мне совсем не нравятся. А с кем нравится? Если подумать... Это ни с кем! А, ты же ненавидишь жуков. Многообещающе. И немного зловеще. Будьте начеку. Ну, прикольно, прикольно. Нужно подобрать много всякой фигни. Ох, мать твою. Еще что за хрень? Ух ты, ёх ты, ёх ты. Как обстановка? Болим. Так. Эй, Игнис, давай! Гладио! Давай бурю, Гладио! Вот и все. Мы их добили. Все прошло идеально. Была большая гадина. Ура, я могу разрушать. Объекты. Вот на них, походу, ни черта нету, но я могу их разрушать. Так, здесь, короче, все двери, походу, открываются внутри именно. Я тут сейчас хочу посмотреть, что у нас стоит в самом дальнем конце тоннеля. А, тут обвал, но надо было взять вот эту фигню. Кстати, нам лишним не будет, и мы идем уже через пролом все-таки в стене. Большая пещера. Ничем хорошим она. Определенно. Странно. Мне кажется, отсюда сейчас что-то вылезет. Вот это разгробница, усыпальница.
Я так понимаю, что когда король умирает, оружие перемещается обратно. Значит, Нокт собирает силу королей? В общем, да. Такими темпами он скоро превзойдет своего отца. Монарх с миру по нитке. Хамиш. Ну и на что это похоже? Хм, на тузы в рукаве. Нам можешь фокусы не показывать. Но потренироваться не вредно. Так вот, такое ощущение, что когда монарх умирает, или кто-то, в принципе, умирает, да, то есть, то... Ну, да, король, короче, когда, да, умирает, я правильно начал фразу, все реликты перемещаются обратно. То есть, у меня такое ощущение складывается. Ну, ладно, давайте переместимся к выходу. Да? Наконец-то. Я уж думал, что потерял еще одного короля. Я просто собирал оружие. Рад слышать. Есть задание для тебя. У дороги, ведущей на запад, к Даске, Империя начала строить базу. Эту базу нужно уничтожить. Если ничего не предпринять, нас отрежут от западных районов и от всех усыпальниц, которые там находятся. Полагаю, ты уже знаешь Монику. Она расскажет тебе все подробности. Поговори с ней. Что делаем? Надо кое с кем поговорить и кое-что разгромить. Едем в форпост к Монике. Да вообще не проблема. Так. Кажется... Вспомните, мы же действительно видели какой-то большой объект. Да, такую зловещую махину сложно не заметить. Уничтожить такую крепость будет непросто. А у нас правда получится? Маршал в нас верит, иначе он бы к нам не обратился. Но всему свое время. Точно. Возвращаемся на форпост. Огромная статуя королей сзади. Статуя короля, основатель, излучает силу королей. Так. Эй, смотри, привет. Куда прешь. Здесь, я так понимаю, ни черта нету, то есть кроме стены, и как бы это просто большой котлован. А, нет, смотри, не зря бежал. Проще можно продать или использовать при создании заклинаний. Огромный мохнатый рог. Большой рог. О, книжка. Кикахтрийский котлован. Сейчас это было увеличение, осталось следа. Когда-то в нем проживали самые богатые и знаменитые граждане Люцеса. Под защитой стены город процветал, будучи крупным пунктом международной торговли. Здесь ходила в обращение мировая валюта, известная как ГИЛ. Однако все изменилось в одночасье, когда случилась Великая война. Охват стены уменьшился в результате наступления империи. И Кикатрикс сгинул в пламени сражений. За считанные месяцы город обратился в пепел. На месте домов остались одни воронки. Теперь здесь стоит... В одиночестве статуя короля-основателя. Угрюмое напоминание о трагическом прошлом. Обидненько. Ну ничего не поделаешь. Ладно, бежим. 8 утра у нас. Я думаю, кстати, можем даже на самом деле переместиться. Навряд ли там будет что-то прям такое. Так, вернуться к машине, как бы, да, чтобы не пробежать, не бежать все вот это вот. Целые невредимые. Ага. Так. Ваше Высочество, маршал рассказал мне о своем плане. Мы нашли способ незаметно проникнуть на имперскую базу. Я отмечу вам маршрут. Этот путь достаточно безопасен. Проблем возникнуть не должно. Угу. Ну, это хорошо. Форпост охотников. Лагерь охотников в Северном Лейде. Так, в квартире Мельдачо рассчитывали на то, что это пристанище может наладить общение между охотниками, но прирожденные изгои предпочитают все делать в одиночку. Форпост, построенный в ходе Великой войны, стал прибежищем для бесчетного числа беженцев. После того, как войска империи вторглись в город Кикатрих на севере, в их бывших домах обосновались безжалостные демоны, и эти люди утратили всякую надежду на возвращение.
короткие сроки лагерь оказался заполнен до предела, беженцы разбрелись по прилегающим территориям, а впоследствии по всему континенту Людзес. Теперь в лагере проживают в основном только начинающие охотники, желающие отточить свои навыки на местных представителей фауны. Так. Немножко лепездричество поглотим. Я думаю, опыт мы получим где-нибудь на более интересном месте, не здесь. Здесь получать опыт у меня особо желания нету. Так, кто такая эта Моника? Она служит в Королевской гвардии. Как мы с Гладио? Она одна из лучших людей моего отца. Как и Дастин, который сейчас охраняет Ирис. Хорошо, что за стенами города мы можем на кого-то рассчитывать. Так. И последнее. Мы соберем отсюда еду. Еда ведь нам всегда нужна, правильно? Более сладкий перец, который мы можем получить на халяву. Так. Ладненько, собственно, принц ко всему готов. Как настроение? Чем торгуешь, что тебе можно продать? Так. Спасибо! Думаю, я буду продавать в основном, знаете, вот те, которые копейки там стоят. Хотя тоже вот металл нам, например, понадобился. Увидимся! Не знаешь. Так, вот что ему, кстати, по заданию там нужно было? Так. Сыной сынок раздобует усы Кёрла. Вот посмотрим, просто может у них есть усы Кёрла. Как дела? Ну, вряд ли это еда, конечно, но мало ли. Так, зелье, ультразелье, все у нас, в принципе, есть, даже противоядие. До встречи! Есть. Так, а здесь что-нибудь? Взгляните на товары. Продать, что мы можем продать из оружия. Вот у нас есть истощающее копье, которое наносит, ну, не очень много урона на самом деле. Автоарбалет, этот механизм выпускает мощную ударную волну. О, кстати, это можно же нашему этому дружку-то отдать. Так, 78, фигня, фигня, фигня. Так, фигня. Заходите. Чувак, да у тебя все фигня. Без обид. Так, снаряжение. Промпта. Пистолет заменить на... А, да ладно, ты не можешь носить. А, нет, ты можешь носить. Сколько? Этот может носить либо щит, либо эту. Истощающее копье он может еще носить. Прикольно. То есть есть смысл, в принципе, ему отдать. Почему нет? Будет возможность. Так, ладно. А, у нас ближайшее задание прям вот. Чуть-чуть. Так. Прах к праху. Мы там, а это тут. Ну, чуть дальше. Ладно, потом заедем, я думаю. Потому что вот мы тут тоже. Он нас как раз доставит. Сейчас выполним, наверное, прах к праху. И сразу... Все готовы. К соседнему. Ага, идем. Что-то он нас, считай, на парковку отвез. Праху где-то вот здесь. О, жирафики. Я думаю, они нам пи***ки тоже стоят. Ой, извините.
Я покажу, на что способен. Как часто я это слышу. Кто хочет немного размяться? Кто бы говорил. Если вы за, то и я тоже. Охота начинается. Это было несложно. Точку! Это было несложно. Главное — взаимовыручка. Прошу прощения. Я не успел выполнить. Правда! Ну! Иги! Готов! Я потрясил! Большой дядька! Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты! Кто так пропустил, что меня тут немножко побили? Осторожно, Нокт! Сам знаю! Тут уж либо ты, либо тебя. Мы и, пожалуй, я за. Мы, говорят, их. Лазер, давай! Пробто! Отлично, Гладио! Неплохо, Промто! Безукоризненно! Я знал, что на тебя можно положиться! Когда-нибудь я научусь делать парирование, но не сегодня. Как обстановка? Более. Я разберусь. Готов. Вот так. Не подставляйся. Приму к сведению. Пробто, действуй! Давай, чувак. Я потрясен. О. Может, я один такой, но лично мне их жаль. Ты не один такой. Но тут либо убиваешь ты, либо тебя. Лично мне первый вариант нравится больше. Ну да. Ну что ж, поработаем курьерами еще разок. Так. А еще одно задание там, где было. Ох, как далеко-то. Угу. Кор предложил Ноксу разгромить Нардасский блокпост, недостроенную базу Империи, и тем самым открыть дорогу в Даск и Клейн. А ну вот как раз мы сейчас и займемся этим делом. Попутно можно, кстати, вот тех ребят тоже побить немножко, чтобы поднять опыта. Не, мне, конечно, определенно жалко, но... Просто! Я сейчас! Окей! Проклятие! Есть! Иги, как их лучше всего убивать? Точно не знаю. Нокт, можешь это выяснить? Надо не остановить. Что тут все? Я же вроде уклонился, не? Теперь все вместе. А как тебе это? Да ты что? Что тут скажешь? Ауч. Ладно, больших убили, остались только мелкие. Хреначит меня. Нравится? Все,
вперед! Это был ты! Но... Смотрите, кто здесь. Специально для тебя! Мы тут немного задержались. Ну, халявный опыт, почему нет? Так, и плюс еще можно еду подобрать. Тоже, опять же, почему нет? Блин, этот перец, походу, растет вообще везде. Так, ладно. Ну, как раз в эту сторону. Здесь мы разделимся на две группы. Принц Ноктис, идите вперед и найдите маршала. Остальные помогут мне отвлечь внимание противника. Увидимся, удачи. Задаем жару. И мы сделаем то же самое. Короче, я буду фактически один. Ну ладно. В тот момент, когда я такое чувствую, как будто это предательство. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Сожмем врага в тиски. Мы вдвоем атакуем с тыла, а силы поддержки будут теснить его по фронту. Ну, давай. Нет, ну, в принципе, да, согласен. Так логичнее, но просто со стороны выглядит, что вот это разделение наше, как будто нас хотят предать. Но тогда, с другой стороны, зачем маршалу давать нам такие ценные вещи, как... оружие королей. Так. Ладно, с этими сосунками мы разберемся спокойным образом. Их я уже не боюсь. Да и маршал тут тоже. Блин, хочу катану. Король всегда сражается достойно. Ну да, точно. Ага, пострелять он, видите ли, решил. Когда рядом скоро, жить легче. Не привыкай к этому. Еще немного и будете обходиться без меня. Наслаждаюсь, пока можно. Я вроде понял. Один, неплохо справляюсь. Все-таки. Что значит не беспокойся? Короче, давай выбивай снайперов. Неплохо, Маша. С опытом все придет. Приготовься! Потому что с этими-то у меня проблем нету. Вперед, Маша! Я готов. Впечатляюще. Да. Маршал? Маршал! Покажи пафос. Просто легкая прогулка. И хорошо. Иначе бы ты всем только мешался. Я бы один справился. Такая уверенность может тебя погубить, принц. Ну, я бы действительно один справился.
наверное. Нокт! Маршал, рад снова тебя видеть. У вас все нормально? Все путем. Имперцы не могли от нас глаз отвести. Спасибо, вы их отвлекли. Эй, вы там! Не с места! Да это же сам Кор. Так значит, ты выжил в цитадели. Но моего сюрприза ты не переживешь. Твоей легенде давно нужен финал. Вау. Хрена себе. Надо от снайперов избавиться вначале. Сейчас, ребят, держитесь. И вниз, не умирай, не смей умирать. Хорошо. Посмотрел на тебя в деле и на душе спокойнее. Теперь я могу за тебя не волноваться. Я снова займусь сбором сведений о действиях Империи. Береги себя и до встречи. Ну вот теперь есть смысл. А за городом неплохо, когда привыкнешь. Но мы еще многого не видели. И у нас еще куча дел. Да, точно. Встряхнитесь, все только начинается. Блин, мне не дали мой опыт бустануть. Обида. Вообще. Вот сейчас было очень обидно. Мне не дали мой бустануть опыт. Там столько опыта было идтить, колотить. А его не бустанули. Обидно. Так, вот это прикольней.
Все, ладно. Глава 3. Большой мир. Империи опасный враг, и Ноктису предстоят долгие странствия, прежде чем он сможет вернуть кристаллы. Друзья решают отправиться в чужие земли в поисках силы древних королей. Так значит, принц избежал смерти. А что насчет кольца? Луна Фрея сбежала с ним. Найдите ее и убейте. Главное, это кольцо. Возможно, нам лучше взять ее живьем. Сила шестерых столь велика, что человеческий разум и вообразить не способен. Оракул — это королевский ключ к ней. Она может стать ключом ко многим тайнам, не так ли, главнокомандующий? А что такое? Имперская армия теперь в полном вашем распоряжении. Лорд Равус. Толку-то? Мы же все равно не знаем, где беглецы. Я не успокоюсь, пока принц и Оракул не окажутся у нас. Как он сияет! Мой кристалл! Большой мир, встречай нас! Наконец-то мы уедем из этого пылесборника. По сравнению с другими регионами, Лейда кажется крошечной. Чем больше, тем лучше. Больше увидим, больше сделаем. Сначала будет Даск. Регион, знаменитый своими болотами. Серьезно? Болото? А еще там есть лес Чокобо. Вот это совсем другое дело. Дальше на запад находится Клейн. А в нем город Листалум. А, это ведь туда Ирис направляется, да? Если ее ничто не задержало, она уже должна быть там. Возможно, она даже уже видела метеорит. Метеорит шестерых? Он сам. Его тепло снабжает энергией весь Листал. Ого! Вот это круто! Я тоже мечтаю его увидеть. Походу, вон он. Ехать придется долго. Перед выездом надо заправить полный бак. Так он у нас и так, я тебе скажу, полный. Думаю, мы уже достаточно хорошо изучили эту местность. Давай, садись за руль, Нокт. Если ты так этого хочешь. Нокт сможет в любой момент занять место водителя. Офигенно, серьезно? Вот то есть... Кто бы это мог быть? Алло? Нокт, ты? Ирис. Это правда ты? Как я рада слышать твой голос. У нас все хорошо. Нам удалось добраться до Листалума. Мы уже устроились на новом месте. В общем, когда приедешь, дай знать, чтобы мы могли встретиться. Да, так и сделаю. Надеюсь. Это Ирис? Нет, чтобы родному брату позвонить. Ну, это же не твой некролог. Транслировали по всему Люциусу. А как же я? Обо мне она что-нибудь сказала? Ты только посмотри! Чокобо! Чокобо! Нет у нас на это времени. Мы едем в Листалум. Туда еще 100 лет ехать! Давай завернем, а! Ну ладно, ладно. Ладно, давай туда заглянем. У-ху-ху! Будет весело! Я чувствую, зря решил заглядывать туда. Привет. Так, что у него можно купить? Сейчас зажигание, которое нафиг не нужно, наклейки мелодии и немножко для рыбалки. Продать можем все остальное. Ну, собственно, у нас особо нечего и продавать, по большому счету. Спасибо вам. Да и пока 11 штук, я думаю, нам хватит. Так, моторное масло, Quint Energy. Побалуйте двигатель роскошным маслом. Там квестик я вижу. Да это же Саня. Ты ее знаешь? Общался с ней как-то раз, еще в молоте. Точно, ты там с кем-то увлеченно болтал. Она много знает о дикой природе, это может быть для нас полезно. Иди, познакомься с ней.
Ну что ж, давай я познакомлюсь с твоей подругой новой. Что на этот раз? Извините, но я сейчас очень занята. А, это вы, мальчики? Кто вы такие? И что вам от меня нужно? Ничего. То есть вы побеспокоили меня без причины? Ну, знаете, так дело не пойдет. Из-за вас я теряю драгоценные секунды. И как же вы мне их возместите? Хотелось бы знать. А, мальчики? Ну... Знаете что? Я вспомнила. Мне как раз нужны помощники. Лягушек на болоте ловить. Каких лягушек? Да уж не тех, которых везде полно. Нет, так легко вы не отделаетесь. Мне нужны только красные альсторские лягушки. Вам придется залезть по колено в болото. Сейчас я вернусь к работе, а ваша задача — наловить красных лягушек. Запомнили? Глади, я тебя ненавижу. Вот прям ненавижу. Она слова не дает вставить. Будем надеяться. Мы узнаем что-нибудь полезное. Ты с ней разговаривал, но как? Ну, ты же меня знаешь. Молча, видимо. Ладно, ручной режим. Палатки у нас с собой? Думаешь, я их забыл? Они в багажнике. Так, поехали. Так, нам как там надо? А, назад вернуться. Побочное задание. Ну, короче, на секундочку, вот еще раз покажу нашу карту. Она довольно большая. И чувствуется мне, что это еще не все. Наверное. А может и все, не знаю. Сложно сказать. Так, надо развернуться и поехать направо. Парковаться я не буду. Едем по прямой, в принципе, там ничего такого не будет. Можем, конечно, в болото заехать. Но я обещал там балбесу на станцию Чокоба. Причем перекрасить и что-либо сделать с машиной, походу, мы можем только в молоте. Круто. Залежи энергии, значит, рядом есть... Классная штука. Туманный лес. Уже не нравится название. Ну, окей. Машина побыстрее, интересно, ехать не может. Я думаю, что на нее, наверное, какие-то тоже улучшения отдельно делаются, потому что, ну, было бы классно, если бы машина ехала очень быстро. Что мы можем припарковаться. Слушай, Нокт, такое дело. Может, подскажешь, что мне пофотографировать? Ничего особенного, Игнис и Гладио меня. Ты Гладио побольше снимай. Да, все понятно. Ок! Ромто будет чаще фотографировать Гладио. Проехали немножко поворот. Более того, мне не дали на него повернуть. А, то есть я сам не могу, надо именно нажать как парковка. Круто. Посмотрим, что нас здесь ожидает.
Это то, что нужно. Да он маньяк. Есть пороки и похуже. О, у них тут проходят гонки Чукоба! И что с того? Мы должны их увидеть! Мы должны ехать дальше. О, ну хоть немножечко. Это Кенни Кроу, детки, в вороньем гнезде. И у вас будет полный рот счастья. В гнезде в старом Листалуме вас ждет настоящий пир. Нет еды вкуснее, чем та, что мы готовим в вороньем гнезде. Круто. Извините, мы хотим покататься на Чукоба. На Чукоба? Извините, но мы не можем выпускать птиц из вольера. В округе ходит одноглазец. Это необычайно свирепый бегемот. Повадился здесь шляться. Птички чуют его и тревожатся. Мы закрыли прокат, чтобы не случилось чего дурного. Вы, случайно, не те охотники, о которых все говорят? Может, вы одолеете одноглазца? Разумеется, я вас вознагражу. Но если вы откажетесь, то я все пойму. Чего изволите? Так, посмотрим, что у него вообще есть. Перекусите перед уходом. Круто. Там даже рыбу можно недалеко половить. Может, фирменное блюдо? Ну, такое. Кстати, не особо дорого, но... защищает от превращения в жабу. Лол. За 380 увеличивает круто здоровье. Да пожалуйста, без проблем. Сейчас сделаем. Гальские чипсоны. Гасальские, точнее. Гисальские, точнее. Можете оказать услугу? Да, почему нет? Удачи вам! Я думаю, до 15-го уровня мы как-нибудь... Вперед! Одноглазец. Как раз на него еще возьмем. Всего доброго! Получается, мы и за миссию получим, и за этот... Неплохо, не правда ли? Так, а мне отсюда как-то... Но! Ты видишь? А что? Что, где, чё? Чё ты там нашёл там-то? А, корм для Чокоба. Смесь для похудения. Производитель Уис Форлей. Ты так быстро растолстеешь. Это ж сытный корм для Чокоба. Так, там тоже можно квестик будет взять потом. Пу-пу-пу-пу. Нам пора идти. Игнис, уходим. Уже иду. Где-то вот там получается. По боку, если пройтись, вот этой дорожке. Что за... Что-то тут не так. Пошли. Это что-то дохрена большое. Я чувствую, нас сейчас тут люлей вломят. Понятно. Черт, меня жрут, меня жрут, меня жрут! С таким большим оружием ты легко раскроешься. Выбери другое. А ты сам своим советом следовать не пробовал? А хоть кого-то парировал. Пусто, правда, драться нифига неудобно, но... Ауч. Давай, давай, давай. Его отравили, что ли? Наверное, какой-то токсин. О, да. О, есть зелененький, прикольно.
А еще, походу, меня это травят. Эликсир противоядие. Ноктис. Щетина тигроклыка. Так, здесь что-нибудь полезное есть. Скорее всего, кто-нибудь на нас нападет, но мало ли. Честно, ты спиральный рог. Чё бы нет, чё бы нет. Так, идем дальше. Опять же заходим. Читаем. Туманный лес, окутанный туманом лес в западной части Малакийского Нагорья. Кажется, что облака в нем опустились на землю. Чтобы попасть сюда, нужно отправиться со станции Чуковы-Выс по дороге на север, затем свернуть с проторенного пути. После того, как вы минуете примечательное скальное образование, выглядеть дорогу, разглядеть дорогу будет сложнее из-за тумана. Низкая видимость и неровный ландшафт делают эту местность идеальным полигоном, чтобы обучать солдат умению воевать в неблагоприятных условиях. Здесь до сих пор стоят развалины старого арсенала, но рекомендуется соблюдать осторожность, внутри остались взрывчатые материалы. Не зря заглянул. Будем знать, что там будет плохо все. И правда, из-за тумана вообще ни хрена не видно. Дальше 5 метров. Без тебя-то не догадался, что там эта мразь. Стой. Ух, едите колотить. Миленький песик, очень миленький. Так, как нам с ним бороться? Мне кажется, он левел 30 или 40. Идем. Не, может, конечно, нет, но, блин. А, нет, стоп, он там было написано 15, по-моему, левела. Всегда стыкует. Ну, в принципе, его понять можно. Мы как бы и сами тут подсыкиваем. Справа у него нет ни глаза, ни рога. Главное — добраться до его слепой зоны. Ну, правильно, до правой стороны, по сути.
А там уж будет проще. Так. Изучаем потихоньку, полигоньку всю локацию. Думаю, сейчас где-то здесь уже будет вскоре с ним схватка. Будьте осторожны. Назад пути нет. Вон он. Мы его видим. Нападать пока рано. Бегемот, скорее всего, пойдет в свое логово, и мы застанем его там врасплох. Лишь бы он нас врасплох не застал. Следуйте за одноглазцем в его логово, не попадайте ему на глаза и не теряйте след. Медленно, не спеша. Без палева. Ныкаемся. По этой стороне. Ага. И вот теперь мы можем аккуратно его тоже пойти. Вот он. Так он себя странно ведет на самом деле. Ушел себе. Вы нашли логово одноглазца. Проходите в руины, протиснувшись между камнями. Почему-то я не хочу идти дальше, если честно. Тем более, где все мои друзья? Дело. Просто очень не хватало комментариев от промпта. Тонко намекают, что мы можем
скажем так, действовать огонь, как я понимаю. Так. Сюда. Так. Наделяет огонь ТТТ или эффектом яда. Случайным образом срабатывает, но так соединяется случайным образом до 4 раз подряд. Прикольно. Случайным образом. Чего у нас там много? Почти на тигра клыка. Случайным образом. 53, я думаю. Создать. Использовать. Теперь можно позаботиться о приемах еще. У нас их 269. Так, на количество получаемых уровней. Так, еще сильно уменьшает при уклонении. Уменьшает урон при атакующем телепорте. Так, пока рано. Так, в последний момент, чтобы уклониться от атаки врага. Угу. Пока, думаю, вот так хватит. Еще дособерем то, что там осталось. Больше же здесь ничего нет, да? Одолейте одноглазца. Промп-то прям, несмотря на свою сыкливость, первым пошел. Прикольно. Что, издеваешься? У нас малова. Ау. Ты прикалываешься, что ли? Это что за... Вон, серьезно? Найди укрытие и подлечись. Осторожно, Нокт. Сам знаю. Мы обречены? Мы обречены однозначно! Спасибо за все, парни. Страх долой! Правда с тобой! Так, ладно. Залп. Эй, Игнис, давай! Сквозной удар. Просто действуй! Так. На самом деле надо сейчас попробовать. Парни, бочку. Берегитесь! Будем играть по-плохому. А, он туда перебежал. Блин, там есть бочка, интересно. Оп! Он вот там, там. Отлично, Гладио. Давай. Я потрясен. Мне равна. Охота завершена. Изи, чё кого? Там-там-там-тарам!
У кого-то отличное настроение. Полагаю, кто-то радуется победе, добытой в тяжком бою. Еще бы не радоваться-то. Такая жесть. Я уж думал, нам конец. Хотя он всего 15 уровня. Хлоп, мы вышли. Ночью. Чего мне кажется, что демоны нас будут поджидать? Ну да ладно, посмотрим. Потому что сейчас ни хрена не видно. А, можно ночлег, собственно. Так. Ну, думаю, перед тем, как ночлегом пользоваться, соберем сначала все вот это дело. О, дождь кончился. Ну хоть что-то кончилось. Так. Ладно, помучаем Игниса. Идем на свет. Здесь очень мило. Ага. О, еще один демон. Мне даже смотреть на него тошно. Время убивать. О, арахна. Сначала с мелким разберемся. Ауч. Гладио, мужик, давай. Да ладно, ты прикалываешься, что ли? Еще зелье.
Одним выстрелом! Эй, вы там! Гладио, давай! Вот он я! Живя! Отлично, Гладио! Ауч. Не может быть. Ультраэликсир на себя. Не теряй головы, брат. Как некрасиво. Игнис! Будем играть по плохому. Эй, Игнис, давай! Игнис — это самая хреновая фигня на самом деле. Тебе конец! Не успел. Берегись! Так, зелье. Действиями врага. Все понял. Черт. Оу, не тренажься. Начинай молиться. У нас маловато шансов. Это нас не остановит. Так. Ну, думаю, пока зельем обойдемся. Это столько всякого оружия. Используй его. Гладио, давай! Так. Круто! Отлично, Гладио! Опс. Меня заморозили. Так. Знал, что на тебя можно. Та-да-да-да-да. Давай, пом-то. Осторожно, но. Сам знаю. Я потрясу. Ауч. Ладно, все, пора ультраэликсир пользоваться. Как ты мне все время попадаешь, это прям вот чисто по мне. Что за фигня? Просто действуй! Неплохо, просто. Ерунда. Беги! Сильно не напрягайся! Да пошел ты, да пошел ты, да пошел ты! Так, ну. Вот тебе. Ух. Я умираю от жажды. А я умираю с голоду. И при этом мы все живы. Ночью путешествие опасно. Рекомендуем вернуться в безопасное место, подождать до утра, а карта вернуться к месту отдыха. Ну ладно, я все-таки вернусь, потому что это была жесткая схватка. А вот карта. Блин, к машине нельзя, черт. Видно. Это отсюда. Вернуться к машине.
Я лучше сплю, если рядом живут люди. Природа — это здорово, но чем нас больше, тем безопаснее. Ну что ж, друзья мои, собственно, на этом я, наверное, сегодня закончу. Эта серия получилась уже очень долгая. В общем, всем серьезно пока, всем удачи, хороших сновидений, не знаю, что-нибудь там посмотреть, когда смотрите. Пока-пока.